На Таджикистан надвигаются 30-градусные морозы. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала «Султан Тиджи Ньюс». Мы рады, что вы с нами. Итак, начнем. По всему Таджикистану ожидается повышенная облачность и туман, сообщает агентство по гидрометеорологии республики. Как сообщают синоптики, в Горно-Бадахшанской автономной области 14 декабря ожидается облачная погода, местами выпадут осадки, дождь, переходящий в снег. Ветер будет дуть западный со скоростью 4-9 метров в секунду, температура на западе региона ночью опустится до 3-8 градусов мороза, местами до 13. Днем столбик термометра поднимется до 0, по востоку ночью 17-22 градуса мороза, местами до 25-30. Днем тоже будет морозная погода. В Сагдийской области также облачно, временами пройдут дождь и снег, туман. Ветер в отдельных районах усилится до 10-15 метров в секунду. Температура в долинах в ночное время – минус 3 плюс 2, днем – 0,5 градусов тепла, в горах ночью – 3-8 градусов мороза. В Хатлонской области метеорологи также прогнозируют облачность, пройдут осадки и выпадет туман. Температура в долинах ночью – минус 2 плюс 3, в предгорьях ночью – 0,5 градусов мороза, в светлое время суток – минус 3 плюс 2. В районах республиканского подчинения в горах ночные температуры опустятся ниже нуля, в регионе днем ожидается мороз – 0,5 градусов тепла. В Душанбе жителей ждет облачность, временами осадки. Ночью жители ощутят небольшой мороз до минус 1, днем 3-5 градусов тепла. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.